Добрый день, дорогие коллеги. Мы начинаем эфир передачи «Обзор рынков аналитики FIBA Group». И с нами сегодня аналитик компании FIBA Group Роман Шевченко. Роман, приветствуем вас. Здравствуйте, Игорь Николаевич. Рад приветствовать всех присутствующих. Я сегодня не торгую, ну, не потому, что я не хочу, допустим, да, торговать, а потому что, ну, вот, нет торговых сигналов хороших по моей торговой системе. Наверное, знаете, что я достаточно избирателен и консервативен в какой-то степени, хотя иногда могу и, ну, не все как это, конечно же, но хорошо войти в рынок. Что сегодня интересного? Не буду я сегодня там как-то рассказывать очень много, и то, и все, и пятое, десятое. Нет у меня ни одной открытой сделки, но есть несколько таких вот моментов, где нужно быть прям очень внимательным. С этого мы и начнем. Наверное, по этой причине, что есть вот наметки, как бы формируется сейчас торговый сигнал, поэтому я и спешил побыстрее открыть терминал, побыстрее показать все это. Индекс доллара США смотрим на 30-минутки. Редко захожу на 30-минутку, но в данном конкретном случае, наверное, вынужден на 30-минутку, даже можно на 15-минутку зайти. Что мы видим? Мы видим, что буквально там 15 минут назад пришла цена все-таки до 94.60, это сильный технический уровень. Видим, много раз отбивались, ни одна, даже 15-минутка не зафиксировалась под этим уровнем. Соответственно, сильный технический уровень, соответственно, от него выбирают полностью весь индекс. Все, что есть, все покупают. Если пробивается, и ну, в идеале часовка, чтобы закрылась под этим уровнем, понятно же, что не последние 5 минут, да, на последних 5 минутах цена ушла, но хотя бы вот в течение сейчас 10-15 минут цена улетела бы ниже, 30-минутка закрылась, потом часовочка закрылась. И тогда уже можно будет рассчитывать на обвал индекса 94.15. Ну, вот тут у нас область, конечно же, вот мы ее очень хорошо видим. Но если перейдем на 4 часа, то, в принципе, видно будет, что вот здесь вот не было закрытий выше 94.15. Да, вот здесь есть область на пути к 94.15, но тем не менее я выделяю такой уровень или даже узкую область 94.15, 94.20. Потенциал более-менее неплохой. Практически, ну, 0,5% так округлим, 0,5% движения. Даже если торговать там с кредитным плечом 1 к 10, 5%, если часть от этих 5% взять, очень и очень хорошо. Следующая цель – это 93.92. Ну, округлим 93.90 или там 93.95 в эту вот область. То есть у индекса на данном этапе риск снижения все-таки есть. Почему? Я вижу вот такую вот ситуацию, когда у нас идет поджатие. Прилетели быстро вниз, скорректировались, пришли второй раз, скорректировались уже слабее. Ну, прекрасно все же видят, что вот эти вот максимумы, они выше вот этих. Соответственно, риск того, что пойдем вниз, очень большой. Прорыв подтвердится. Отменой для медвежьего сценария по доллару – это возврат выше вот этого максимума, но покупки для меня актуальными покупками станет возврат выше 95.00. То есть не только выше вот этого максимума, но и пробить вот здесь зафиксироваться. По евро. Покупки по евро только в том случае, если закрываемся не только выше 1.16.00, а еще выше 1.16.20. Это вот этот вот уровень. Ну, вот он сформирован был достаточно давно, подтверждался много раз. Ну, то есть уровень всем понятен. 1.16.20. Становимся выше, покупаем. Цель 1.17.10, 1.17.45. Вот в эту область. Потенциал будет нормальный. От 90 пунктов до там 125-130 пунктов. Фунт по-прежнему не торгую, не особо на него смотрю. Почему? Потому что, ну, как-то уровни отрабатываются, ну, не очень. Пока что я фунт не торгую, даже особо в него вникать, рассказывать не буду. По доллар-иене сигнал также начинает формироваться. Я не стал открывать вот этой линии. Давайте крупнее сделаю, будет хорошо видно. Вот у нас здесь уровень сформировался. Ни одного закрытия, видим, на часовке нет. Вот здесь такое что-то непонятное было, маленькое закрытие, буквально на пару пунктов ниже. И сейчас повторно мы к нему пришли. Прорыв выше 112, 112.15 для меня, в
принципе, подтверждение готовности покупателей продолжить рост, обновление вот этих максимумов, но рост будет ограничен вот этими максимумами. Потенциал у нас порядка 30 пунктов. Ну, ни о чем, да, понимаем. Соответственно, кто уже в рынке, еще есть как бы шанс на что-то там или смысл на что-то рассчитывать. Поэтому я особо и не входил сейчас вот этой консолидации в длинную позицию, потому что, ну, очень близко у нас уровень сопротивления и потенциал движения очень маленький. Но если мы возвращаемся выше вот этих, ну, вот к теням, вот сюда где-то обновляем вот эти вот уровни, вот у нас есть технический уровень, да, вот здесь сопротивление, вот здесь поддержка, вот эта область, то есть ставим сверху, тогда уже можем говорить о том, что может пара продолжить рост. До этого момента это все на все коррекция и не исключает дальнейшего снижения. Не торгую. Нефть. Самое интересное, это для меня на сегодняшний день нефть. Ну, наверное, потому что хорошо отторговался еще вот здесь. Сверху взял вот это все полностью движение. Двумя сделками по одной вышел как раз вот здесь внизу, по второй по стопу выбило на коррекции. Но, тем не менее, движение взял достаточно хорошо и достаточно мощным объемом. Вот эту часть не торговал, хотя она еще больше. Сейчас мы видим консолидацию. Возврат ниже 70-80, для меня сигнал на продажу. И первая цель вот эта вот, это у нас отметка 68-25. И следующая отметка это 67-25. Ну там 5-7-10 пунктов набрасываем, да, для того, чтобы тейк-профит чуть выше поставить. Потенциал движения сюда 2,5, сюда 3,5 доллара. Если брать риск 35-40 центов, ну, в принципе, соотношение риск-прибыли 1 к 4 и более получаем, замечательно. Если же возвращается выше, сейчас на час я перейду, выше вот этого максимума, а еще лучше выше вот этого максимума, тогда, в принципе, понятно, что никакие продажи не целесообразны. Покупки под вопросом. Нужно будет смотреть фундамент, что толкнуло цену вверх, быстро пролетим или медленно будем топтаться, то есть, пока что у меня, я в большей степени смотрю на продажи. Вот такая у нас есть ситуация. Сужающийся диапазон. Ясно, что с него будем выходить. И, скорее всего, с него будем выходить сильно. Поэтому не исключая сильно вниз до отмеченных целей. По биткоину ситуация не изменилась абсолютно нисколько. Несмотря на то, что было. Ну, вот здесь понимаем, да, что у FIBA нет возможности торговать в субботу-воскресенье, практически долетели до вот этих максимумов, их не обновили. Эти максимумы были на 7300 с хвостиком, 7350 по образу, да, сейчас торгуются ниже ключевого, не ключевого уровня 6700-6800. О чем это нам говорит? Это нам говорит о том, что тот всплеск, который был, он спекулятивен, за собой не несет никаких серьезных привлечений, никаких серьезных инвесторов на рынок или трейдеров на рынок. То есть всплеск был ничем иным, как просто спекуляцией на определенных новостях. Это уже второй вопрос. Соответственно, без фундаментального изменения ситуации, общей ситуации на рынке, активно покупать биткоин, скорее нет, чем да. Но еще на что я хочу сделать акцент, так это на то, что был пробой, было сильное движение, там более 15% движения, в зависимости от того, на какой бирже смотреть, там от 10 даже до 20% движения вверх было, но очень быстро откатились обратно. Соответственно, это в очередной раз говорит о том, что покупателей на рынке маловато для движения, для среднесрочного движения вверх. Мало покупателей, почему в очередной раз говорю, нет фундаментальных факторов, которые позволят цене возобновить и серьезно возобновить рост. У меня вот такое понимание. Но есть и хорошая новость, то что все-таки чаще дергают биткоин вверх, и вот здесь мы видели рывок, и вот здесь мы увидели рывок вверх, пытаются его дернуть вверх, но при этом нет ложных пробоев вниз. Это вот тоже хорошая новость, но тем не менее мой настрой, мой сценарий все-таки еще остается медвежим, и пробой 5900-6100 вот этой области в $200 может привести к очень серьезному снижению.
Первая цель 5400, вторая 4900. Это как бы первые такие цели, куда могут улететь. 5400 и вот верхняя часть. И вот нижняя часть это 4900. У меня сценарий вот такой. По валютным парам, еще раз напомню, открытых позиций нет. Индекс доллара США отталкивается от 94.60. Я торгую не на пробой, а уже постфактум после пробоя, поэтому сделки открытых нет. Если есть, друзья, вопросы, задавайте, с радостью прокомментирую, отвечу. Торгую я не каждый день, но, в принципе, практически каждый день. Редко, очень редко, когда сделок нет, но пока что на этой неделе у меня нет сделок. Ну, наверное, это еще и обусловлено тем, что перед этим неделя была хорошая, отторговался хорошо, гнаться как бы нет смысла. Вот, скорее всего, причина в этом. Я понял вас. Спасибо большое, Роман. Коллеги, пожалуйста, ваши вопросы. Роман, у меня вопрос такой. Мы обсуждаем золото в последние дни очень активно, но понятно, движение есть, возможность заработать. Мало торгую золото, я пропустил движение вверх, и поэтому как бы уже, на мой взгляд, лезть в рынок после вот такого движения поздновато. Я не торгую, не покупаю, поэтому как бы не комментирую. Потенциал движения не очень большой, но вот если сейчас, допустим, покупать вот по рынку, да, там 1232-1233, следующий сильный технический уровень очень близко, 1241. Соответственно, где-то 7 плюс-минус долларов запас хода есть, но если брать риск там 2,5-3 доллара, у нас не получится даже 1 к 3. А золото я торгую только 1 к 4 и выше. Пытаюсь 1 к 5 торговать. Соответственно, если есть хотя бы 12, 13, 14 долларов движения, тогда я рассматриваю. Если потенциал для движения там 5-10 долларов, 10 я еще могу посмотреть. Если потенциал движения там до 7-8 долларов, не буду ни в коем случае лезть. У меня вот по золоту чаще, мои, по крайней мере, сигналы, по уровням сигналов, они намного чаще ложные, чем правильные. Но, тем не менее, если берем соотношение 1 к 5, то в этом случае зарабатывается нормально. У меня вот такая статистика. Я работаю только по статистике. Если статистика у меня отрабатывается хорошо, значит я торгую. Если нет, ну, значит не торгую. Я понял вас. Ну, Роман, я, говоря о золоте, хотел вот что спросить вас. Такое впечатление, что в последнее время золото наиболее активно реагирует на снижение индекса доллара. Как-то такое впечатление, что статус инструмента убежища к нему возвращается. То, что мы утратили все-таки за последние годы в связи с тем, что появилась у нас крипта, она во многом на себя эту функцию приняла. Вот у вас нет такого ощущения, что роль золота на финансовых рынках немножко увеличивается в последнее время? Ну, знаете, какая ситуация? На самом деле об этом периодически говорят. Вот как только какое-то укрепление у золота происходит, как только какие-то движения, так сразу мы видим о том, что золото пытается, да, что ли, выполнять функцию активоубежища. Насколько это так или не так, не знаю. Но понятное дело, что в какой-то степени оно и там год назад, и два года назад выполняло эту функцию. Если действительно что-то происходит не так, золото немного укреплялось. Я в большей степени на сегодняшний день смотрю на актив убежища, в большей степени это, наверное, на японскую иену. Она чуть лучше в этом плане реагирует. Однозначно сказать, что золото вообще эту функцию не выполняет, но это будет неправильно, потому что действительно корреляция есть. Пусть она там не супер явная, не очень хорошая, но она, конечно, есть. Но, как по моим наблюдениям, все-таки японская иена чуть лучше выполняет эту функцию и сильнее или там активнее реагирует. Я понял. Вот так вот. По поводу вопроса Сергея, Роман, снизу был евро в лонг, где подбирали чисто гипотетически. Ну, тут не гипотетически, вот есть сильный уровень 1.1535, как только вверх стали на 1.1535, нужно было входить в длинную, если на часовке смотреть. Ну, собственно, там я и торговал. Давайте на 2 минуты назад вернемся на терминал. Ну вот, как только мы вот сюда вылетели, вот вверх, и стали вот сюда,
Сильный зеркальный уровень, очень сильный, один, вот он, очень сильный уровень, 1.1535. Вот, мы шли вверх, встали на него, проторговались на часовке, мы видим, что 3-4 часа здесь внизу топтались, если перейти на 30 минут, очень хорошо видна зона консолидации. Абсолютно хороший вход был. Вот здесь уже нет, вот здесь уже нет смысла было входить, и здесь наоборот ждал все-таки вниз, ретеста и заход на более глубокий. Сейчас же мы видим фазу такую неопределенность, если толкнут вверх, уходим вверх. Если возвращается ниже 1.1535, буду смотреть точки входа шорти. То есть сейчас для меня это вообще не неопределенно. Ясненько, поняли вас, Роман. Спасибо вам большое за ваш обзор. Сергей пишет, при каком сценарии, если пофантазировать? Ну, в общем-то, мы, да, я думаю, Сергей, эту тему... Да, я думаю, пофантазировали. С фантазией у нас все нормально, слава богу. Роман, спасибо вам огромное за ваш обзор. Вам хорошего дня и удачи на рынке сегодня. Спасибо и вам, всем удачи. Пользуйтесь стопами, все будет замечательно. Всем до свидания. Спасибо, до свидания.